Всех приветствую, друзья, в эфире Телегид, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Эта неделя будет насыщена позитивными лентами и позволит вам согреться в эту морозную пору. Все подробности знаю я, Анна Троян. Начинаем! В среду вы, наши зрители, убедитесь, что время идет, а суть человеческая-то не меняется. На ЛРТ выйдет советская кинолента Владимира Меньшова «Розыгрыш». В центре сюжета – коллективная, так сказать, школьная подстава учительницы по математике. Ребята попытались ее убедить в том, что у нее плохо с памятью. Параллельно мы увидим вполне реальное противостояние двух лидеров класса. Для одного цель всегда оправдывает средства, а для другого – самое важное – правда и честь, помогающие человеку делать добро. Как закрутится эта история, узнаем 14 февраля в 21:45. А все-таки контрольная состоялась. Только задачи у нее были не тригонометрические, а нравственные. А решили вы их неверно. Порой несчастное событие и просто случайность могут изменить всю жизнь до неузнаваемости, даже если тебе уже далеко за 50. Так и случилось с героиней ленты, которую мы увидим в четверг. Эва по ошибке получает чек от страховой компании на 5 миллионов долларов. Поддавшись уговорам своей лихой подруги, они вместе уходят в отрыв. Рейс на Канары, президентский люкс, дерзкие знакомства, игра в казино. Словом, все шло как по маслу, пока не начались преследования страхового агента, потери денег, угроза тюрьмы и многое другое. В общем, такого девичника вы еще не видели. Поэтому включаем ЛРТ 15 февраля в 21:45. Что вы делаете? Вы не наденете наручники? Я надеюсь, в наручниках нет нужды? А у меня и нет наручников. Вы же арестуете меня? Да. Нет. Слушайте, либо вы вернетесь со мной в Штаты, либо я предоставляю улики испанским властям, и начнется процедура экстрадиции. Друзья, ЛРТ снова вам даст расслабиться после рабочей недели. На этот раз мы побываем на концерте Наташи Королевой. На ее маленькой стране выросло не одно поколение. В это сложно поверить, но эта неповторимая певица на сцене уже четверть века. На главной сцене в Кремле Наталья представит большую концертную программу. Приятные сюрпризы, именитые гости, живой звук, премьеры новых песен и полюбившиеся золотые хиты. Гостями юбилейного вечера стали Игорь Николаев, Владимир Винокур, Александр Маршал и, конечно, Сергей Глушко. Так что отдыхаем от работы. Работы в пятницу 21:45. Верь, что ты встретишь, верь, что все изменится тогда. Каждый твой вечер город шепчет. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье в 10:00 и 19:30. Ну что, зима подготовила настоящий сюрприз для сегодняшних участников люберецкой лыжни. Идет снег, настроение отличное и погода тоже. Давайте узнаем, с каким настроем сегодня пришли участники. Девчонки, привет, как ваше настроение? Супер, вообще, погода классная. А воскресный вечер предлагаю провести по-семейному вместе с фантастической комедией «Ловушка для привидения». Волею судьбы Том оказывается один в заброшенном замке. Антураж, взятый из старых историй о привидениях, оказался совершенно к месту. Ведь вскоре мальчик встречает Хьюга, милого зеленого призрака. Он готов напугать кого угодно, если, конечно, сам не испугается. Что ждет наших героев после знакомства, узнаете 18 февраля в 21:30.
Но это древний ледяной дух, которого описывает Фьорсон. Абсолютно точно. Фьорсон видел ДЛД. Там так написано. Но это было 200 лет назад, и больше его никто не видел. Хьюго видел. И кто такой этот Хьюго? Это обычный среднежуткий призрак. Ну вот и все, друзья, это был Телегид. Полный обзор программы и фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. Там много интересного. А еще подписывайтесь на ЛРТ в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий округа. С вами была Анна Троян. Ждите весну, и она обязательно придет. Пока-пока!